Так трясется-то, сука.
Нихуя нет. Блять. Блять, охуеть просто, ее загасил нам. Thank you.
всегда горячий кофе. Вербовка. Касательно вербовки нью-центры. Количество кандидатов, принятых через медцентры, значительно превышает количество поступивших после медицинского тестов. Регистрация медцентров как религиозных учреждений, не обладаемых налогом, позволимо увеличить доход, который мы направили отладку, дополнение, адаптацию новых кандидатов. Мастер Уиллис применяет нейрологическое программирование, получая более стабильных пластичных кандидатов на внедрение STEAM, чем предыдущие ректоры. Семью центров также готовы порвать с семьей и облегчать задачи юридического отдела Мебиуса. Больше никаких заявлений пропавших родственников. Рекомендация использовать процедуру рекрутинга через медцентр в качестве стандартной для вербовки новых жителей города. Она чрезвычайно успешна. Этот арбалетный болт выпускает облако дыма, сконцентрирован вокруг мест падения. Иногда скрытность лучше оружия, сбежать или совершить скрытное убийство. Проще, когда враг вас не видит. Улучшая дымовые болты на верстаке, вы получите возможность скрытно убивать врагов, попавших в зону действия дыма. Дымовые болты создаются из дымового пороха и пороха. Где зеркало-то ебаное? А вон. Ну что, посмотрим, что за слайдер там. Ты тут, Кимон? Я не могу поверить, что Лили до сих пор жива. Пожара. Лили не погибла в пожаре. Теперь ты это знаешь. У меня это в голове не укладывается. Столько лет я жил словно в кошмарном сне. Почему они забрали ее? На свете так много маленьких девочек. Почему они выбрали мою? Я не могу ответить на этот вопрос. Мёбиус забрал Лили до того, как я пришла к ним. Я знаю, ты не веришь в совпадение. Но, может, ты видишь то, что хочешь увидеть? Некоторые преступления просто происходят. Для них нет причин. Просто не тот человек оказался не в то время, не в том месте. Нет. Я в это отказываюсь верить. Короче, тебе следует стереть все воспоминания о пожаре. Ты не виноват, что так случилось. И Лили вовсе не погибла в огне. Постарайся не забывать об этом. Спасибо, киса.
Работать острием ножа — опасная работа. Блять, я не могу врубиться. А вон, блять, сижу. Вы что-то принесли с собой? Ключ? Отлично. Некоторые ключи открывают двери восприятия. Но этот не такой. Этот ключ попроще, но тоже полезный. Не бойтесь. Открывайте. От содержимого больше пользы в ваших руках, чем тут, в заперти. С возвращением, детектив. В моем кабинете располагающая атмосфера, но не стоит здесь задерживаться. Как я могу привести ногти в порядок, если вы не даете мне закончить маникюр? Кажется, тут понадобится пароль.
кошара. Почему ты, сука? Да как вы меня бесите, блядь. Блин, у тебя, сука, все патроны растратил, блядь. Гниду, блядь.
Сон въебет ему еб. Сука, че ты, сука?